сегодня в Сочи в ресторане «Софт» проходит очень интересное мероприятие, семейное мероприятие для детей. Здесь, конечно же, готовят к Новому году. Для ребятишек, смотрите, они могут выбрать различные себе короны. Здесь проводят мастер-классы по аквататуировкам. Вот девочка стоит. Видите, она бабочка. И корона. Можно бабочки купить. Вот, смотрите, разные короны. Что еще сегодня здесь можно? Ну, вот танцы, пожалуйста, для детей. Все, вот танцы. Здесь же хоровод маленький. Очень весело, даже вот делают шаурму и тоже пляшут. Да, чтоб, пожалуйста, можно здесь покушать. Здесь делают фотографии, помощь животным. Есть такая копилочка, и бездомным животным собирают пожертвования. Вот тут очень много народу. Давайте посмотрим, что здесь детям предлагают. Так. Предлагают заполнить календарь, чтобы зубки чистили каждый день. А тут красивые продают. Что это? Ободочки вот девочки там берут. Ну, то есть разные поделки можно купить, сделанные своими руками. Очень красивые. Смотрите, тут уже сейчас можно мастер-класс провести. Смотрите, по игре на разных инструментах. Вот, пожалуйста, тут ударные инструменты. И вот сейчас мальчик будет проходить свой мастер-класс. Делают игрушки разные своими руками на елку. Пожалуйста, можно делать здесь. Вот здесь проводят аквагрим как раз. Вот тоже предлагают различные варианты. Ребятишки выбирают их и на свои лички наносят. Здесь есть продавцы, опять же, они продают уникальные такие поделочки. Именно маленькие сувенирчики к Новому году. Можно тапочки купить. Девчата стоят. Вот тут короба. Смотрите, какие короба. Именно вязаные. Они, конечно же, украшают. Туда елочку можно поставить. И рябину, посмотрите, как красиво смотрится. Такой своеобразный кактус. Вот здесь можно сделать из пластмассы. Или купить, или самим сделать большие снежинки. Детская литература. Очень красивый, интересный маленький дворик. Здесь можно покушать. Есть возможность посидеть как на улице, так и внутри кафе. Сейчас мы пройдем, все здесь посмотрим. Да, тематика новогодняя. Везде Новый год, везде елочки. Уже по городу в Сочи. Поэтому очень здорово. Можно детские вещи приобрести, что-то какие-то, кружечки, сувенирчики. Новогодние платьишки для ребятишек. А здесь тоже делают татуаж, но это с серебряшками. Вот такие с блестками, видите? С блестками. Ребятишкам тоже такие татуировочки тоже нравятся. Здесь масла душистые. Здесь мыло. Мыло собственного изготовления. Все ручная работа. Экиплана. Смотрите, как здорово. Вообще, вот такую красоту можно сделать самим и украсить свой новогодний стол. Вообще, идей очень много. Вообще, очень много идей. Вот, смотрите, такие небольшие кактусы, но оформлены очень красиво. В обыкновенном чашечке такой кактус. Смотрите, сколько идей интересных можно найти.
И вот вам, пожалуйста, подарочек. Пиво и селедка. Оригинальный подарок можно сделать. Деда Мороза. Сейчас придет Дед Мороз, мы как раз это дело застанем. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Огромный платан. Можно посидеть на диванчике. Вот он, огромный платан. Там такая есть машина, еще смотрю во дворе. Необычно. Так, вот она машина. Вот, пожалуйста, можно сфотографироваться. Ребятки все фотографируются. И сейчас ждут все. Ждет ваши аплодисменты, дедушка. Ребята ждут Деда Мороза. Мы, наверное, тоже дождемся. Давайте посмотрим, где этот Дед Мороз, когда он придет. Идет большая ростовая кукла. Она, наверное, пошла как раз встречать Деда Мороза. А вот и Дед Мороз с подарками. Смотрите, какой шикарный Дед Мороз идет. С Великого Устюга. Да-да-да, с Великого Устюга. Как он тут не растаял у нас? Потому что сегодня в Сочи 18 градусов тепла. Дед Мороз не растаял. О, хорошо. Нож кто есть? Голова на месте? И голова на месте. Ну, значит, все целиком собрались. Это радует. Здравствуйте, мой хороший, еще раз. А что? Готовитесь к чему-то? Да, к чему? Подарком. О, вот правильный мальчик. Подарком он готовится. Да, подарком. Дети готовятся к подаркам, ждут. Вот тут всякие бабочки у нас идут. А маме с папой сказал, что надо нарядить? Ой, извините. Молодец. Сейчас мы посмотрим, какие у нас детки. Хорошие. Молодцы, молодцы. Да. Все знают, как меня зовут? Или есть сомнения у кого? Дед Мороз. А, хорошо. Это приятно, когда тебя узнают. Привет, мой хороший, привет. Поближе подошел. Видишь, дедушка настоящий? Настоящий, это самое. И ты подержи. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Ну вот, начались здоровья. Здравствуйте. Кто еще поискать? О, и ты, моя хорошая. Ничего не знаете, так не можно. Тут же делают шоу. Вот, готовитесь, тогда вы готовитесь. Вот, и прямо заворачивают тоже на глаза. Давай, говори. Вот вам, пожалуйста, кушанье готово. Теперь давайте зайдем внутрь кафе. Там идет праздник. А здесь тоже очень уютное кафе. А здесь тоже идут сейчас мастер-классы. Давайте посмотрим, что здесь проходит. А здесь детки рисуют. Рисовали. Сейчас, правда, никого уже нет, потому что все убежали к Деду Морозу. Но само кафе можно посмотреть. Вот тут, пожалуйста, можно написать и сделать открытку своими руками. И написать письмо Деду Морозу. А ребятки тут делают сладкие пряники. Здорово. Сладкие пряники, которые можно кушать. Но это все сделано своими руками. И мастер-класс называется «Рождественская почта». Отлично. Детки рисуют и посылают письма, свои красивые письма Деду Морозу. Здесь, пожалуйста, сегодня делали вот такие свечки новогодние. Тоже очень интересно. А вот тут делают ангелов. Ангелов из шерсти. Все своими руками сегодня здесь учили ребяток это все делать. Занимались детки здесь рукоделием, занимались изготовлением вот таких шариков. Вот что они получались, вот как получались эти шарики. Ну и в кафе, конечно, можно обязательно посидеть, покушать. Это очень уютное кафе, здесь очень тепло. И вот там во дворе, именно во дворе, идет... Вот идет как раз вот это поздравление Деда Мороза. Очень хороший прошел день. Ребятки прямо все довольны, все счастливые.
много. Вот такие мероприятия проводят в Сочи накануне Нового года. Вот идет Снегурочка. И она идет не одна, она ведет с собой красивого пса. Ну что, друзья, узнали, кто это? Символ нашего года, да, наступающего 2018-го. Посмотрите, какая красивая гостья к вам пришла. Я вам расскажу секрет, что у вас будет уникальная возможность с нашим милым другом каждому сфотографироваться и загадать желание. Друзья, хотелось бы, прежде чем мы с вами устроим настоящее веселье и фотосессию с нашими друзьями, немножко рассказать о наших пушистых четвероногих. Итак, к вам в гости. Они пришли из нашего сочинского приюта. И я знаю, что многие из вас хотели бы сделать какой-нибудь приятный подарок своим деткам, родным, близким. Поэтому, друзья, не поленитесь, перед Новым годом загляните в наш приют. И там я уверена, что многие из вас выберут домашнего питомца себе по душе. А я с вами прощаюсь. С вами была Наталья Шадрина. Этот репортаж провела в маленьком кафе, где многие приходят семьями, проводят здесь очень-очень весело, используя свои выходные. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал.